Окей. Ну и третья, коронная. Коронная. Должна быть за шаманом королем. Да, потому что обязана. Снимай очки Таблэка. Нельзя. А, на шамане я без таблеков. На шамане я без таблеков затащу. Как батюшка. Наверное, он что-нибудь заподозрит, когда увидит у меня золотого шамана. Уже за противника? Откуда он знал, что игра зона первый ход есть в руке? Да ниоткуда. Ниоткуда он не мог знать, что у меня игра зона первый ход в руке есть. Сейчас бы, конечно, трога поставить, но нет. Строго нельзя ставить. Я начал палить карты. Все, я молчу. Палево уже было. Это обидно немножечко. Ну ладно. Со второго монитора смотрю карты. Конечно. Жалко, что это... Почему это... А, все правильно, трек, да. Блин, а прикинь, был бы Думхаммер в руке. Можно? Вангуй. Мы не очень, конечно, сыграли от Flamestrike, типа 7-я мана, но у него не должно быть, по идее. Сейчас они без Flamestrike обычно, новенькие. Blizzard может быть, но по идее без Flamestrike. Опять connection какая-то, pure connection. Это легчайший, это мы разобьем. Тотем. Хил тотем Маза Хака.
Потому что хил тотем, он не смотрит, что мне 4-2 убить ничем, кроме направленного спала. Полиморф на 5-5, братцы. Полиморф на 5-5. Он думает, что я сейчас буду разбиваться 3-4. Он думает, что я сейчас буду разбиваться 3-4. Я не буду разбиваться 3-4. Думхаммер, братцы. Я палевый пацан, короче, ну ладно. Мастер... Какой мастер? Король! Король, шаман, я попрошу. Мастер, мастер королей шаманов. Спиральный король мастеров королей, спиральных королей шаманов. Как вообще с таким шаманом, как у меня, драться? Ну, можно вообще, на самом деле, у меня 16 хп осталось. Но, потихонечку. Войд Волкер, Флейм Волкер, Близзард. Это неплохо, но я зачищу. Зачищу и поставлю вновь. И хил тотем еще достану, чтобы он не убил мою 3-1. Ну если он меня не убьет сейчас, 11 HP, то в принципе у нас есть некоторые шансы, что из 12 карт нам выпадет нужное. Король-шаман, братцы, коронный. Думхаммер похоронный. Я вам покажу, что у меня было. У меня был Думхаммер, у меня был второй Думхаммер и Рокбайтер еще на всякий случай.